Вас вітає служба інформації телерадіокомпанії «Гомель». У студії працює Марина Джала. Глядіть у гэтым выпуску. Задай питання уладі. Юрий Шулейко завтра проведе прийом у Калінковичах. Цены снижаются, а сельгазпродукция стала танней. Эталонная вытворчасть. Мобильная группа Гарвыканкама по выниках проверки предприемства «Гомельшкло» вынесла надзвычай редкий вердикт. Великая Полесская святыня. У Мазыры прошел хрестный ход с иконой Божьей Мати Юровицкая Милосердная. А зараз об гэтым и іншым больше подробязна. Помощник президента, инспектор по Гомельской области Юрий Витольдович Шулейко завтра проведет прием громадян у Калинковичах. И он отбудется с 10 до 13 годин у районном выконавшем комитете. Записаться на прием можно по номерах телефона сектора работы со зворотами громадян, якія вы зараз бачите на своих экранах. 27 вересня у Гомельском гарвыканкаме пройдет шарговый аукцион. На торги выставят 8 земельных участков для продажи у приватную власность. 7 из них находятся на другом луговым завулку и один на улице Полявой. Подробязную информацию об умовах проведения аукциона можно отримать у землю порядковальной службе Гомельского гарвыканкама. Номер телефона 310948 альбо у Гомель ЕДС-центры по номеру 419786. У жніўня у Беларусі зафіксавалі дэфляцыю. Так, харчовыя тавары ў мінулым месяцы патаннелі амаль на 2%. Найбольш заўважна ўпалі цэны, па дадзеных Белстата, на свежыя таматы, белакачаную капусту і бульбу, больш як на 40%. Прыкметна танней таксама сталі морква, салодкі перац, бананы і рэпчатая цыбуля. Пры гэтым выраслі цэны на каву і сокі. Самый час запасаться садовиной огородниной на зиму. У пятницы у Гомеля некоторых райцентрах з'явятся пляцовки по продаже сельскохозяйственной продукции. По выходных будут проходить традиционные буйные кермаши. У совязи со святкованием Дня города у Гомеля яны разгорнутся только на наступных выходных. Плануется, что сёлета кермаши будут проводиться до конца листопада. Удел у их примут сельскохозяйственные организации, фермерские господарки, предприемства с поживецкой кооперацией, перепрацовшие галины, а так само іншыя гандлёвыя организации. Усяго за 2,5 месяца у регионе будет проведено каля 1300 мероприемств по продаже сельгазпродукции и свыше 300 буйных кермашов выходного дня. А кроме того, у области будут працаваць 23 постоянно дзеючыя пляцоўкі, где у любой день можно будет набыть садовину и огороднину. Нягледзячы на то, что цены на плодоогороднинную продукцию, якая продается на кермашах, не регулируются, яны будут невысокими. Это будет значительно, я думаю, что ниже, чем даже в отдельных объектах торговли, поскольку это уже сам производитель. Минимальные условия, которые необходимы для осуществления реализации, то есть это нет необходимости возить по каким-то там центрам, дополнительно под сортировку осуществлять переброску, плюс затраты какие-то на подготовки именно в розничных объектах. Поэтому это максимально дешевая цена, поскольку затаренная продукция будет в ту тару, которая у нас такая транспортная считается. А кроме того, для зручности покупников будет ажыццяўляцца доставка сельгазпродукции. Прадпрыемства «Гомельшкло» можа лічыцца прыкладам па цэлым шэрагу пазіцый. Ад стварэння бяспечных умоў працы да ўзроўню зарплаты. Такі вывад зроблены па выніках маніторынгу, праведзенага мабільнай групай Гомельскага гарвыканкама. Арыенціры, на якія можна раўняцца іншым у нашым наступным матэрыяле. Першая змена ў адкрытым акцыянерным таварыстве «Гомельшкло» пачынаецца ў 8 гадзін раніцы. Мабільная група прыязджае прыкладна за 15 хвілін да гэтага часу і нікога на праходной ўжо не сустракае. Кіраўнік групы Александр Ключынскі кажа, што гэта другое пасля гомельбудматэрыялаў праверанае прадпрыемства абласнога цэнтра, дзе ўсе работнікі прыходзяць на працу загадзя і змену пачынаюць своечасова. На астатніх нехта абавязкова спазняецца. За 15 минут до начала работ, значит, мы были на производстве, все люди уже были на производстве. То есть это говорит о том, чтобы какое расстояние не было до рабочего места, они вовремя пришли и приступили к работе. Это не может не радовать. Прычын для наведвання адкрытага акцыянернага таварыства «Гомельшкло» у мабільнай групы некалькі. І першая не вельмі прыемная. 2 гады таму тут адбыўся несчасны выпадак. Неабходна праверыць, як абстаяць справы з аховай працы зараз. Другая прычына больш аптымістычная. Сярэдняя зарплата на прадпрыемстве дасягнула 1000 рублёў. Сітуацыя тым больш прыемная, што яшчэ 2 гады таму «Гомельшкло» да лідараў не адносілася ні па якіх пазіцыях. Нават прадукцыю прадавалі са стратамі да 40% ніжэй за сабекошт. Сёння рэнтабельнасць плюс 30. Каб дасягнуць таких поспехов пришлось принять шерох кардинальных мер. От снижения себе продукции, измены поставщику сыровины до оптимизации товаропроводной сетки.
плюс полная модернизация вытворчасти. У 2015-м запустили линию по вытворчасти ламинированного шкла. Летось шкла с энергосберегающим покрытием. При этом 90% продукции у минулом годе поставили на экспорт. Сюлета лишь бы крыху меньше, але на это есть объективные причины. По 8 месяцам 80% производства продаем на экспорт. Увеличилась реализация на внутренний рынок. Мы в этом году продаем на внутренний рынок на 60% больше, чем продавали в прошлом году. Но внутренний рынок – это политический вопрос. Мы тут как бы… Это наш рынок, это наша страна, поэтому мы держим и всю потребность. Как только увеличивается потребность, мы заполняем эту потребность. Показатели все доведенные свыше, взятые заводом, мы выполнили. Обеспечили уже сегодня уровень заработной платы на заводе. $500 уже сегодня. Незапланованные встречи с работниками предприемства под час работы мобильной группы – звычайная практика. Коли побач нема керавництва, працовники часто становятся больше открытыми. На гэты раз ни одной скарги почуть не отрымалася. Задовольняя усе – и умовы працы, и наявность места для отпочинку и приему ежи. Здесь созданы благоприятные условия. Как мы убедились с вами, связанные с безопасностью, охраной труда, условия бытовые. К сожалению, такого еще не на всех предприятиях. Олег Сенцюров, Ольга Коновалова, Игорь Марышенко, Телерадио, компания «Гомель». Беларуская республиканская пионерская организация сёння адзначае 27-ю гадавіну дня самавызначэння. З гэтай нагоды ў Гомельскай вобласці пройдуць святочныя мерапрыемствы. Піянеры правядуць урачыстыя лінейкі, урокі грамадзянска-патрыятычнага выхавання, а заўтра дадуць старт акцыі пад назвай 875 добрых спраў, прымеркаванай таксама да дня горада. На працягу ўсяго навучальнага года піянерскія дружыны будуць аказваць шэфскую дапамогу тым, то больш за ўсё мае ў ёй патрэбу – ветэранам Вялікай Айчыннай вайны, адзінокім пажылым людзям і інвалідам. За каждой піянерскай дружынай закреплены сегодня свои ветераны, которым они не только каким-то памятным датам, они регулярно туда ходят, общаются с ветеранами, помогают им. Самое главное для піанера в этом деле – это, конечно же, видеть счастливые глаза людей, которым они помогают, либо видеть тот результат работы, который они делают. У Гомельской области пионерская организация объединяет больше 100 тысяч ребят. Это около 70% от агульной колькости школьников. У Мезры отбылся хрестный ход с тудотворной иконой Божьей Мати Юровицкая Милосердная. Ему попередничало святочное богослужение. Храм не смог сместить у всех жадающих. Множество верников шакали святыню на улице. Подробязности у сюжете наших мазырских коллег. Проводить православную святыню у родной мястины Юровицкий монастырь пришли сотни верников. Хрестный ход – подея чаканая. Что ход я назбираю разом прихожан Туровской епархии и паломников с разных городов. Напереди колонны – кадеты. За ими священники на шале с уладыком Леонидом, епископом Туровским и Мазырским. Рух транспорту припынены, в улицу наполняя перезвон. Для шествия выкарыстоўваецца один из трех списков иконы Божьей Мати Юровицкой Милосердной. Оригинал у 19-м стагодзе был вывезены у Краков, где находится по гэты час. Але гэты спіс шануется верниками не меньше. В 2006 годе цудотворный образ был выпадково знойдены у Юровицким храме. С тех часов, что год после знаходжения у Свято-Михайловским кафедральным соборы, образ отправляется у Юровицкий монастырь. Юровицкий свято Роства Богородичный мужский монастырь – помник архитектуры позднего барокко, один у Гомельской области. Он был побудованы у початку 18-го стагодия, как реликварий для чудодейной иконы Божьей Мати Юровицкая Милосердная. Лидия Потр, Юрий Горобец, телеканал «Мазыр», специально для телерадиокомпании «Гомель». Гэты и іншыя новины вы можете знайсці на нашем сайте в интернете по адресу www.tvrgomel.by. Далее у эфира спортивный огляд. С новинами спорту вас познайомить Сергей Негеревич.